сделать. Смотрите, труба отопления. Вот она входит в батарею. Что я делаю? Кожу. Кожу 40-й. Матирую все трубы. Какая-то грязь попала, и моя шкафлёвка. Вот. Я ее вот так вот сыну. Теперь вот так дую, как пыль эту. Теперь беру, ребята, вот фолзон. У меня есть такая моя аренда, 200 рублей тут. Вот она 30, наверное, миллиметров. Слушайте, отлично пелится и хорошая, желтая. И вот этот вот кран, этот и нижний кран обматываю скотчиком, наверное. Чтобы не загрязнить, когда буду красить краской. Краска у меня идет Дюфа, грунтовочная. Сегодня заехала я утром к Алле Васильевне, и полбанки у нее купила. Что-то в Леруа их нету, этой красочки. У нее полбанки оставалось. Вот взяла сегодня на наши вот сюда, значит, полбанки и штукатурки полтора мешка. Там, где была открыта, она очень быстро встала. Вот, так что гипс куда долго не хранится. Можно даже, наверное, не хранить, а сразу выкидывать или отдавать кому-то. Так, это сделано. Теперь, ребят, рукавицы надеваю. Значит, смотрите, кисть у меня синтетическая, Лензера, 50 мм. Я уже третью батарею и крашу такой. Мне она нравится, ребят. Значит, подвину к себе, значит, краска какая у меня. Краска Дюфа, грунтовочная эмаль, матовая. Сохнет она 24 часа, 750 миллиграмм, стоит 450 рублей. Вот тут полбанки. У Аллы Васильевны я ее красила. Значит, растворитель русский наш пахнет, давайте перед. Если будет финский 10-50, он без запаха. Вот. Он более очищен, керосин там, и он не желтит краску. Это, конечно, будет желтеть, и... Краску я отлила вот в такой лоточек, и вот кефир отрезала, и чуть-чуть тут, ну, разжижить ее, чуть-чуть совсем, капельку. Накручиваю все. Закрываю. Кисточка 50 мм, искусственный ворс, Венза. Размешиваю, ребят. Такие лотки очень удобно, они широкие, и потом после работы выкидываются. Все, ничего тут не мою. Значит, ребят, вот, что делаем? Как, сверху вниз делаем? Вот туда-сюда, вот так красим. Оказывается, покраска батареи очень трудоемкая, оказывается, работа. Так, вот эти ролики так пользуются спросом у населения. Я даже не ожидала, что такую чепуху люди будут открывать интернет, а смотреть, а как же красить трубоотопление. Ребята, ну, вы дожили, уже трубоотопление не можете покрасить. Слушай, одни клетки у нас что сейчас в стране? Ребята, вверх-вниз. Вот берем, чтобы щетина снашивалась с двух сторон. Вот так, вверх-вниз. Сзади. Первый раз идет грунт, а второй раз эта же краска будет укрывка. Она матовая, почти без запаха. Так, это есть. Сейчас, ребят, вниз пойду. Вниз и потом вверх. Хорошо, вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, немножко она не желтит, вот, которая крана. Они 10 лет назад им делали ремонт, работяги, 4 месяца. Вот, сегодня мы с хозяином, он, вернее, тянул, где проем дверной, у двери в комнату, во вторую, освободили они уже вторую комнату. Вот. Ну, сейчас хозяин там против грибка поливает вот, стены. Не хочет он счищать грибок. Говорит, я его буду смывать. Попробовать смывать. Я не против. Так. Это, ребят, туда-сюда вот так мажем. Показывает вам? Показывает. Вот. Право-лево. Вот так кисточка ходит. Снизу огибаем. Сзади. И вот где к полу подходит труба. Тоже красиво. Даже если первый раз, ребят, вы ее полностью не прокрасите, вы не переживайте, вы второй раз прокрасите уже. Так, это есть снизу. Хорошо. Так. И так.
вниз, вверх, вниз. А то кисточка сносится, если одной стороной подкрасить. Так. Собираюсь, ребят, сейчас на стремяночку. И дальше покажу. Украшу верхнюю часть трубы. Отопление. Так. Перчаточку вторую одеваю. Герметик мой сохнет, сейчас буду потолки еще красить первый раз. Беру лазурь свой, ребят, кисточку, вот она. А край излишечки снимаю. И вот так вверх-вниз крашу. Вверх-вниз. Сегодня первый раз, завтра второй раз. Сохнет она 24 часа. Чем хороша эта грунтовочная краска от Дюфа, ребят, что она матовая. Вот, почти до запаха. Ее можно в случае чего шкурить. Вот, она отличная. Я на нее подсела, мне она устраивает. И вам рекомендую ее попробовать. Я ее всегда имею вот, в запасе, она у меня на стройке всегда есть. Вот, просто в этот раз ее в Леруа не было. Вот у Аллы Васильевны была, я вот выкупила сегодня с утра, у нее полбанки. Вот, ремонта не оставалось, слава богу, на дачу она ее не отвезла. Потому что она по любому металлу, дереву, бетону, ну что надо. Так, ребят, тут я покрасила, пойду сейчас на вторую трубу.